повторить. Ну, повторить, естественно, иначе, не так, как я писал с натуры, не так, как я уже попробовал этот мотив, просто мотив, превратить уже в какую-то картину. Но сегодня это будет, наверное, еще какой-то другой вариант совершенно, но на основе того, то есть это берег Белого моря, камни, ну, свет. Свет севера, в общем. Вот для меня эта задача такая. В общем-то, чаще всего я на такие моменты обращаю внимание. То есть для меня важен свет. Ну, свет естественный. Ну, а все остальное в процессе работы как-то решается само собой. Что в результате будет не только, скажем, ну, я не знаю, что будет в результате, но я думаю, как-то художник, потому что акварель непредсказуема. Главное как-то дышать с ней вместе, и тогда, вероятно, может что-то получиться. Ну что, поехали. Можно было? Да, да. Это не отвлекайте. Нет, не отвлекайте. Не знаю.
сейчас у меня бумага Сандерс. По большей мере, я, конечно, на этой бумаге работаю, но не отказываюсь ни от какой другой. Я люблю экспериментировать, люблю какие-то находить новые пути, варианты. То, что, в общем-то, может меня удивить, ну, мне это нравится. Нет предпочтения каким-то одним краскам, абсолютно не имеет значения, какой они фирмы. Просто ориентируюсь, вот такого цвета у меня, предположим, не было, дай-ка попробую. Попробовал, понравилось, не понравилось, ну, и забыл, следующий взял. Ну, как-то так, так интересно. Сейчас я бумагу мочу, но это не всегда. Бывают ситуации, когда мочить вредно, это бывает рано утром, например, или поздно вечером. Большая влажность и бумага абсолютно не сохнет. Краска постоянно плывет, остановить ее невозможно. Но иногда просто необходимо, скажем так, эту бумагу донести до помещения. Потому что не было дальше. Даже с собой даже не берет. Поэтому в мастерской, когда работаю, бывает, что строю весь процесс, в принципе, призываю художников весь процесс продумывать заранее, продумывать этапы ведения, продумывать тон обязательно, в первую очередь. Ну, а цвет, как подскажет фантазия, это даже интересно, скажем. Новое сочетание красок взял, вот у тебя совершенно другая картина получается. Ну а фен вот я попросил подготовить, потому что бывает, если время не ограничено, можно в мастерской там чашку чая выпить, подождать, пока подсохнет. А здесь все лимитировано по времени, поэтому придется где-то подсушить, чтобы ускорить дальнейшую работу. Так что планирую так.
трансляция идет, да? В общем-то, всем видно, да? Здесь на этом экране. Здесь везде. Видно, видно. Угу. Thank you.
Ну, во-первых, чтобы не было лужи, чтобы вода, ой, бумага не блестела, чтобы там не было воды. В бумаге влага есть. Ну, смотря что опять, если вот я сейчас пишу дали, там не нужно, чтобы было очень резко, чтобы было мягко, так расплывчато, но в меру. Поэтому с дальнего плана, с дали, со всех начинаю, пока есть влага, писать дали. А по мере, пока я там работаю, здесь все высохнет, потом на первом плане можно уже почти по сухой бумаге делать, и, потому что там мелкие детали, должна быть контрастность и резкость. Все, что близко, мы видим резко, все, что далеко. Ну, это как прием, который художники пользуются для того, чтобы передать это воздушное пространство. Да? Вот это? Вот этот желтый? Нет, это прямо от самой границы листа. А, вот это? То есть он, мы его потом так. Ничего не буду делать, не обращайте на это внимания. Все какие-то излишние, может быть, потеки или же расплывы не там, где нужно. В общем, вот так и должно быть. Не обращайте на это внимания. И поменьше, ну что ли, командуйте водой. Вы должны с ней просто соглашаться, а не насиловать ее. Понимаете? Вот это согласие, оно как раз рождает работу качественную. Там какие-то брызги, может быть. Значит, надо еще больше набрызгать. Это как не случайно снимело, как будто задумано так. Превращайте любую какую-то такую случайность в то, что это так автор хотел. Все еще плывет сильно.
севере камни. Очень богатые по цвету, поэтому там все цвета радуги можно увидеть. Весь север. Кольский полуостров. В Швеции я был очень похож на наш север. Вот именно этими камнями, лишайниками, которые растут на камнях. Это очень-очень красиво. Там розовые, фиолетовые, край зеленые. Да? Самые-самые разные. Очень-очень интересно.
Поймать вот этот вот, нет, еще вот. Состояние влажности на бумаге, если она позволяет, то нужно какие-то графические элементы включать в работу. Но опять это вот поймать момент. Во время отлива остаются на песке такие интересные следы. Наблюдали на море, да, когда вода уходит, остаются вот эти следы. Они как-то привлекают внимание, ну, как детальку. Можно здесь ее использовать. Чтобы движение подчеркнуть туда перспективу. Главное держать на контроле весь лист. Не как-то замыкаться на каком-то одном моменте, пусте, можно не увидеть, что происходит рядом, потому что надо постоянно все сравнивать. Сравнивать по тону, по цвету, чтобы лист получился. Все согласовано, чтобы.
я по времени укладываюсь? Кто контролирует? По времени. А? Еще 20-25, да? Угу. Ну, успеваем. Thank you.
камни, которые вот почти в воде всегда бывают, они более гладкие, естественно, вода их облизывает постоянно. Ну, только что вот бывают многоцветные. Ну и вот самое характерное для них это трещины. Трещины бывают очень красивые, прям как кружево какое-то. Значит, вот без этих трещин мы никак не обойтись. Знаю, мои работы видели, наверное, много. Где есть камни с трещинами. Все. Главное вовремя остановиться. Можно слишком хорошо сделать. Как вы выбираете вот эти трещины? Там на самом деле бетон, то есть вот тот, который вам нравится? В этом как раз задача художника взять только самое интересное. Я и говорю, вот те камни, которые в воде обычно, это произошел отлив. Обычно вот берег основной, да, а тут вода. Вот вода ушла, добился вот этот сырой песок, ну более сухой, скажем, вот эти камни такие холодные. Тут растительности, ну, хотя есть водоросли, которые. Ну, можно. Они, с ними играть как-то, можно с ними построить эту
свою картину. Ну, предпочтение отдать чему-то. Либо камни, либо тоже. Ну, нельзя. Все. Когда всего много, тоже. Очень красиво. Ну, вот сейчас я тогда уж... Надо автограф ставить? Конечно, конечно. Что вы говорите? Конечно, надо. Идете. Вот это? Да, вот это. Это вот что такое? Это скотч, белка. Нет, это секрет. Это белка на правильном. Алиэкспресса, да? 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 Белка. Белка на правильном, да? У меня две кисти. Вот это маленькая, есть большая. Большая, я когда какие-то большие территории. Обрабатывают? Сколько она стоит? Да. Не помню. Вот я просто приценивалась уже, я вот везде хожу, спрашиваю, сколько они стоят. Она была у меня здесь, лежала, но я ее сейчас не взял с собой, думаю, не буду работать. А это ваша любимая?